рекомендую импровизацию и формальный танец. Считаю это очень важным, потому что, с одной стороны, через импровизацию ребята раскрепощаются и двигаются более свободно, а формальный танец позволяет концентрироваться и задействовать интеллектуальную сферу, то есть какие-то приобретать формы определенные танца. В целом, важно даже не результат конкретный, а важно движение, движение вперед. Как только я говорю стоп, вы ищете пару и забираете бой какой-то. Соответственно. Отсюда дальше. Это все интуиция, потому что нет такой схемы, нет правил работы с детьми, с людьми с синдромом Дауна. Нет, они сами диктуют свои правила. Нет правил работы с людьми с приобретенными какими-то нарушениями, да, когда они попали в коляску, до этого будучи здоровы. Нет. Мы сами ищем варианты работы. Это сложно, это трудно. Трудно найти общий язык, трудно получить доверие. Но в этом и интересно.